Ktoś się wyjdzie. Витя, у тебя чай? А дай чай, пожалуйста. А у него всегда все неохотно, знаешь, происходит. Мы познакомились так вот, тоже не очень. Спасибо, Витя. Ты лучше. Сейчас. Главное, чтобы он тебе сейчас на лицо не упал. Блин, он сейчас это сделает. Держи. Андрюха взял термос? Я надеюсь, что он без сахара, правда? Осторожно, кипяток. Как его, блин, стянуть? Так же самое, как растянуть. Я его не растянул. А, ну да, так. Точно. Как ты ножки растянешь? Согласен, честно. Потому что он слишком большой. Он широко стал. Можно поуже сделать. Держи. Молодец. Все просто получается. Да, все очень просто. Классно, что тебе.
кстати, в классе. Никита, Виктор! Да. Сейв. Было дело. Спасибо, Андрей Владимирович. Хорошо. Ну, конечно, туже намного. У Поребрика был классный. Шестой. Та же такой же фирмы. А он типа свободный вообще, типа. И никуда не двигается вообще, ни вверх, ни вниз, не шатается. То есть, типа, ты его двигаешь как можешь, а он не шатается, да? Не, прикольно. Выше вошли! Не, этот стоит косарь. Поэтому, типа... Ну, это косарь, наверное, много стоит. Да. Естественно. Ну, он вроде бы ноу-хау вроде брал за косарь. Может, и не ноу. Может, он на его иглу убрал. Да, на его иглу убрал, чувак. Ну, он классный. Мне нравится. Ну, это и так, я просто вчера штатив забрал с поля. И я понял, что с татухой не буду вести, типа, новый штатив, потому что больно. И сказал, что, типа, я у тебя лучше возьму штатив, типа, поеду с ним. Ну, никто вечером таскаться. Он с сахаром. Держи. Это теперь твой чай. Я тебе его отдал, теперь допивай. Нет, ну добивать я его не буду, anyway. Ну ладно, постою пока руки подойду. Ну, сахарный чувак, я его пить не буду. Он ужасно сладющий. Виталик, подержи чуть-чуть, подержи, Виталик, напиши. Подожди, кажется, это сахар с чаем, а не чай с сахаром. Единственное, что понял, есть одна небольшая беда. Не фиксируется этот. Крутилка штатива. Ну, высота регулятор. Если он типа летает, он депонтирует. Да, судя по всему, да. Ну, либо у меня руки не из того места. Да. Я не успел попробовать. Я могу оценить. Андрей, а можно его без сахара делать, пожалуйста? Без сахара? Да. Отойди. Это же сладкий, как дьявол. Сильно. Опасно. Виталий, не бежишь. А так вкусный. Не считаю. Все, прыщ. Короче, вчера с Нигером виделся. Готовится комментировать какие-то эти скороговорки рассказывает. Андрей, сегодня хотел позвать, но он спит. Че? Так давай его на темп возьмем. Темп не нужен комментатор. Ну так просто журналист. Это комментатор. Ну так он же журналистом пойдет. Anyway, он статистику пишет, пока он комментирует. Один еще в поле уже прикалывает. Только на комментаторах? Сейчас да. Сегодня. Он с ним созванивался, типа? Созванивался. Есть заморозка в сумке. Вы костюмку белый, под ним сумка, в нем... Ну, он с ним созванивался еще. Ну, он не взял трубку, короче, сюда. Потому что Сергеенко позвонил, говорит, типа, мол, голос сел, ну, типа, если надо, я приеду. Андрей сказал, что будет до этого дозвонить, а потом...
Ну, мы вчера до 12 тусили, поэтому... Ну, как тусили? Выпили. Поэтому, может, просто... Ну, он еще Машу ждал, а не там. Нир был с нами, а Маша была с этой... В боулинге. Спасибо. Спасибо. Вот, он, может, ждал Машу. Эндер, опять, Серега, никого! Я тоже с трудом, если честно, встал. Пацаны, тошни! Где-то внутри меня, знаешь, типа, такое всегда бывает с утра. Может, он, ну его. Может, оно того не стоит. Типа. Насколько это значимо для меня сейчас? Вот как он фиксируется, это до меня дошло. Тут болт. Неудобно, что болт, конечно. Неудобно. Удобно было, когда вот ручку крутишь, закручивал, закрутил, зафиксировалось. Так оно не фиксируется все равно окончательно. Ну, типа, если я вот так вот руку положу на него, чувак, типа, то он скатится рано или поздно, а он, ну, он просто так и высоко не поднимается. Ну, не вот этот, который наш, а это тот, который наш, ладно. Или это который новый? Ну, короче, это твой крутой, что тебе, или не очень у тебя сейчас? Тот, который подороже. Ну вот, типа, во-первых, не такой высокий, а во-вторых, типа, хотя бы на твоем еще одно на моем высоте. Я не подал, я очень крутой. Давай,
Я сейчас заберусь. Решил записать, да? Ой-ой-ой! Ну, Малёрка играет, да? С Боруссией? По-моему, не надо. Перепишешь, верни телефон, что мне надо будет тоже записывать еще моментик. Выбери что-то. Третья справа! Аллея! Давай!
удалял его, я его не перестанавливал. Записывать, только у тебя нет приложения, да, что-то? Тогда как тебе удалось? Можешь попробовать его удалить и скачать App Store, если разберешься это делать. Ребята, не выбегай так высоко. Подожми. Центр, подходит. Центр, подходит. Подожди.
первый поднажми. Хороший по, отлично. Стаканчик теперь. Блять, выше чуть-чуть, эй! Ближе! Шире! Спокойно. Андрюх, время. Все полностью? Полностью, полностью.